Огородная совка – серьезный вредитель как открытого, так и закрытого грунта. Бабочка с размахом крыльев 31-42 мм. Продолжительность жизни 14-30 дней. После вылета на 2-4 день начинается спаривание. А на 4-7 уже происходит первая кладка яиц. Передние крылья красновато-коричневые. Почковидное пятно оранжевого или желтого цвета. Круглое пятно темное. Вокруг обоих пятен белая кайма. Подкроевая линия белая с М-образной фигурой, зубцы которой почти достигают внешнего края крыла. Задние крылья имеют светлый оттенок и более темный наружный край. Характерен половой диморфизм. Самка за сезон может отложить яйца от 400 до 1500 штук. Иногда число доходит до 2000 штук. В одной кладке может быть до 100 яиц, уложенных в кластеры. Оптимальная температура для развития от 22 до 28 градусов по Цельсию. Стадия гусеницы продолжается 30-40 дней. За это время проходит несколько линек. Цвет варьирует от зеленого до желто-бурого и коричневого по мере развития личинки. На теле мелкие светлые и большие черные пятна. Голова желтого цвета. Взрослые гусеницы могут помимо листьев повреждать еще и плоды. Гусеницы активно растут в течение 4-6 недель. Затем они погружаются в верхний слой почвы и окукливаются. Длина куколки 15-19 мм. Цвет коричневый или каштановый. Через 10-14 дней появляется бабочка, которая будет откладывать новые яйца. В виде куколки бабочки зимуют. Огородная совка полифаг. Вредят гусеницы. Бабочки питаются пыльцой цветочных растений. Гусеницы повреждают листовые пластинки капусты, брюквы, редьки, редиса, репы, свеклы, томатов, древесно-кустарниковых растений, таких как малина, смородина, яблоня, винограда, декоративных растений, хризантемы, гвоздики. Кроме того, наблюдается питание гусениц на ивах, белой акации, лебеде, полыни, маре, крапиве, вьюнке. Наиболее благоприятны для питания гусениц растения из семейства астровых и маревых. На них гусеницы развиваются быстро и дают самых плодовитых бабочек.